вами Юлия Сергеевна. Сегодня мы будем дегустировать пиво от крафтовой тульской пивоварни Salden's. Пиво этой пивоварни мы уже дегустировали. Немножко я рассказывала об этой пивоварне. Основал ее Денис Сальников сравнительно недавно, поэтому история пивоварни не такая уж и большая. Возможно, в будущем наши потомки будут дегустировать пиво, записывать свои обзоры на YouTube и расскажут огромную длинную историю этой прекрасной пивоварни. Но пока она маленькая, все еще только начинается. Ну, неплохое начало, отличное начало, я считаю. Сегодня у нас Triple IPA. Впервые название Triple использовали в бельгийских аббатствах для крепких элей. В Бельгии действовал сухой закон, но на пиво он не распространялся, что интересно. И градус пива никто не контролировал. Этим воспользовались монахи и утроили содержание солода в своем пиве. Получился крепкий эль, вот название Triple. Характерной особенностью IPA является повышенное содержание хмеля. Поэтому вот Triple IPA. И крепкий, и хмельной. Алкоголь 10, горечь 200. Вот, пожалуйста, название такое. Экстрактивность начального сусла 22,5. Вот здесь даже перечислил Дениска нам хмель. Каскад, Колумбус, Гэлакси, Симко и Мозаик. И подписался под этим. Такая вот этикетка узнаваемая уже. Черно-белая. Ничего такого вот вычурного. Но, тем не менее, сразу заметно. Ну что ж, давайте будем дегустировать. Бутылочка маленькая. То были большие, теперь маленькие. Интересно. Ой, цвет. Цвет красивый. Апельсиновый. Апельсиновый яркий такой вот цвет. Пена желтоватая. Практически однородная. Такая вот пышная. Стойкая, плотная. Внешний вид вообще, слюнка течет уже. Ощутим аромат. Ну, аромат приятный, свежий, цветочный, цитрусовый, апельсин. Грейпфрут, апельсин, лайм, цитрусовый яркий аромат. И вот травянистые нотки тоже. Алкогольных ноток нет. Сладкие нотки еще вот в фоне. Сладость солодовая. Приятный очень аромат. Пена, смотрите, какая стойкая. Долго сохраняется. Давайте попробуем. Такая воздушная консистенция такая вот. Сразу с первых глотков горечь. Ну, с первого глотка сладость. И вот сразу горечь. Вот три глотка я сделала. И уже вот горечь преобладает во вкусе. С такими вот сосновыми нотками. И вот слегка... перечность такая, гвоздичность. Вот во вкусе, да, вот сейчас вот слабое, ну, присутствие алкоголя, вот слабо, но ощущается. А так вот, горечь, но она не противная,
То есть как бы заесть не хочется, запить не хочется. Но вот немножко вот когда утихает, уже проявляется и сладость. Ну, слабая-слабая такая вот сладость. А так горечь в послевкусии сохраняется длительно. Длительно. И слабое алкогольное тепло также вот. Тело плотное, плотное пиво, не пустое, не водянистое, приятно пить. Легкая сладость, подведем итог. Легкая сладость есть фруктовая. Горечь. Горечь, конечно, преобладает. Но она, ну не знаю, 200 единиц. Или это у меня такая горечи, как бы не особая восприимчивость. Ну да, вот горечь стоит долго в послевкусии, но она, я же повторюсь, не противная. Это же ИПА все-таки. Легкая кислинка цитрусовая. Приятно пить. Вот во вкусе, конечно, алкоголь слабо выражен. И крепость ощущается действительно 10 градусов. Ну, сделала я 10 глотков и ощущается ощутимо, да, не так завуалирован именно по ощущениям алкоголь. Маленькая бутылочка и такая крепкая. А так пиво мне понравилось. В принципе, неплохое, пробуйте, обязательно попробуйте. Triple IPA, напишите свои впечатления. Я ставлю этому пиву 3,5 балла. 3,5 из 5. С вами была Юль Сергеевна. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Кто смотрит, но никак не подпишется, подпишитесь обязательно. Пишите комментарии. И до следующего пива. Всем пока! Пардон. Впервые название трипл использовали в бельгийских аббатствах для крепких элей.